В Астане субсанкционировал арест троих подозреваемых по делу об убийстве Ярасыла Аубакирова. Андрей Тихоненко, Виталий Шерстенев, Нурбек Ажимбай обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Ранее санкция на арест была выдана главному подозреваемому Аяну Мирбаеву. Подследственный является сыном известного в Усть-Каменогорске предпринимателя. Между тем, в социальных сетях появилась схема звонков между Ярасылом Аубакировым и подозреваемыми в его убийстве. Из документа следует, что заказчиком убийства был Аян Мейербаев, Нурбек Ажимбай – организатором, а двое охранников – Виталий Шерстенев и Андрей Тихоненко – исполнителями. Погибший незадолго до смерти переписывался с Нурбеком Ажимбай, а тот, в свою очередь, якобы пытался дозвониться до отца Аяна Мейербаева. Известно, что последний является директором базы отдыха на берегу Бухтарминского водохранилища, торгового дома в Усть-Каменогорске и хлебобулочных пекарен. Адвокат Нурбека уже заявил, что опасается предвзятого отношения к его подзащитному со стороны следствия из-за положения, которое занимает Есен Мейербаев. В связи с тем, что отец одного из задержанных является весьма состоятельным человеком, бизнесменом, в Восточно-Казахстанской области. Нами изначально выражались опасения, что будут применены непроцессуальные формы воздействия на следствие.